Ребятулики, ребятулики, всем привет, мои дорогие. Ну что, мазючка настолько стала популярной, что она уже даже едет за границу. Представьте, ребята, я просто в шоке. Значит, за 2 дня 4 флакона купили. Одна мазючка едет подписчику Молчанову, нашему другу. Здесь 50 миллиграмм. Вот так она ко мне пришла из Израиля. На сегодня это лучшее средство, которое только есть. Хватает где-то на 100 монет. Вот. Станислав Молчанов чистит, начал чистить ей часы, говорит, вообще обалденная вещь. Так, вот один флакончик мы наполнили. Значит, один заказ у меня из России, Санкт-Петербурга. Еще денежки не скинули, но, скажем так, все нормально. Скинул я свой донат. Через Донат Алертс, через Укрпочту это все откинется. Значит, одна мазючка Павлу. Завтра я ей передам. И кому-то еще. Уже оплатили ее. Вот видите, вот так вот это все происходит. Завтра, кстати, комрада Андрозика угощу этой вещицей интересной. Пусть почистит монетки. Только положительные отзывы от данной мазюки. Аналогов сегодня не существует. Ну все, ребятушки, подписывайтесь на канал, ставьте лайкосы, задавайте вопросы. Начинающие блогеры, не забывайте заказывать пиар на свои каналы. А мы с вами вот так вот чокнемся. Hello!